смотрю на это вот чудо, на эту удивительную картину, и строки песни, они сами собой вот приходят в сердце, потому что знаешь песню, и смотришь, смотришь, и вдруг вот это возникает. Краски в стороны веером. И вот эта картина, она вот настолько волшебная, как легко эта осень делает, с какой любовью, с такой простотой отдачи, простотой дарения всей этой такой щедрой красоты. Это вот прям ощущается, вот когда смотришь на саму осень, волшебницу, какая она легкая, она как будто вот парит, как будто летит. И вот это состояние души ее такое легкое, счастливое, парящее, оно прям вот настолько в восторг приводит. И вот эта огненная птица счастья, которая вот, наверное, сейчас вот прям вспорхнет с ее ладони и полетит всем возвещать эту прекрасную весть о счастье, о том, что оно есть вообще в жизни, и есть эта красота необыкновенная, это волшебство чудесное. И удивительным образом здесь понимаешь, что это, в общем-то, такой большой труд души, но он очень легкий, радостный, и он из любви, вот именно из такой бескорыстной любви и отдачи. И вот уже и краски в стороны веером на картине это все видно, и какие они огненные, какие они яркие, но сколько нежности источает сама картина. Вот. И вот этот наряд нежной радуги, и эта чистота небес, и чистота вообще красок всех на картине очень много рассказывает о самой волшебнице осени, о том, как, не знаю, даже во имя чего она трудится, вот это во имя счастья всех-всех. И вот это соединение такое внутри происходит, что сказка, она вообще, она есть, она здесь, она разлита вот вокруг нас. Мы вообще, может быть, в ней и живем, и важно, как ее заметить, как к ней, как ее увидеть, как ее принять, как к ней отнестись вообще, вот, как подействовать вот в этой сказочной жизни. Вот. Настолько вот там в этом чудесно наряженном парке гуляют люди, и маленькие, и большие, и в колясочках, и взрослые, и вот такое чувство, что как, ну что ли, это соединились они вот с этой красотой. Вот я на них смотрю, хоть они и далеко-далеко, но мне кажется, что они для того и пришли, чтобы встретиться вот с этой сказочной красотой в этом парке. И все уже вот этот труд, он как бы состоялся и продолжает действовать, что ли, осень. Волшебница, чтобы это было на свете. Вообще поразительная красота, чистота, вот это какое-то грация, изящество, легкость, такое полетное состояние, вот глаз не оторвать. И прям вот хочется в этой сказке жить.